Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». Ну что же, так, подожди, это нас не интересует. Мы с вами остановились на 7 главе, точнее 7 район. Да, вот отсюда и, пожалуй, мы сейчас дойдем с вами до босса. Сколько тут еще? Блин, 5 часов ждать. Ладно, хорошо, давайте этот начнем разблокировку. А, вначале нужно забрать, ну да, конечно. Так, что у нас здесь? Ай, 20 монет, понятно. Давай вот этот сундук поставим на разблокировку. Вроде бы и все. Так, посмотрим вначале еще, знаете что, ребята? Есть ли у нас ежедневочка сегодня? Смотрим. Лжечная игра есть. И это хорошо, поэтому я думаю, что надо нам... Хотя, подожди, ребята, мы с вами получим сундук. И тогда у нас, по-моему, будет косяк. Нет, мы с вами давайте пройдем, наверное, сюжетку основную. И если у нас останется место, пройдем ежедневку. Так что поехали. Темный лес 2. Вперед. Ух, давайте смотреть, что и кто. Угу, как всегда в лесочке, как всегда здесь обычные олухи бездари идут. Поехали. Так, тихо, нечего мне трогать мою хилку. Сколько раз буду говорить, чтобы к ней не подходили? Не понимает. Давай-ка молнию выпустим. Так, отлично. Как видите, у меня стрелок в новом костюмчике. Ты звездочный, как-никак. 4-звездочный я снял, ребят, с него. Вот этот у нас получше. Так, что такое машина, да? Оп, успел. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, да что ж такое-то? Сам себя подставил. Нет, так дело не пойдет. Что-то вот тут скучковались все. Мне это нафиг не нужно. Давай-ка вот здесь вот сделаем так. И, пожалуй... Да, вот так сделаем. Отлично, давай-ка мы ее в тюрьму. Ну и капсулу вызовем. Блин, не то. Не то совсем. Ну и фиксим, ребят. Пока ничего сложного нету, здесь у нас обычные бандиты, преступники, вся эта животина, короче, выходит. Ну-ка, вертушка. Не успела. Ладно, придется тратить хил. Так, я не помню, с какого трепуга там у нас стрелки орудуют. Их нужно уничтожить как можно быстрее. Все. Пойдем-ка возьмем очки. Смотри, 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 амбал вышел, а ну-ка, вот так вот, это для начала тебе. И будем, наверное, его здесь колбасить. Блин, надо было мне немножко не так сделать. Ладно, увязался за хилкой моей, фиг с тобой. Мы сейчас будем тебя бомбить. Давай вот этой молнией. А, понравилось. Ну-ка, давай-ка его немножко накумарим и вот так сделаем. Вертушка нас еще никогда не подводила. Ну что, я думаю, с этими ребятами мы с вами справимся уже почти что. Давайте еще добьем эту хилку. Ну давай, 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 отлично. Нет, смотрите-ка, продолжение следует. Ждем очередную свору. Оу, тихо, что так дофига-то? Неплохо. Так, хилимся и делаем массовый выстрел. Так, на кого они там? Ах ты, на хилку на мою, как обычно. Ну как же без этого, ребят? Без этого никуда. Так, бой. Подожди, что-то тут, ребята, мы с вами сейчас можем, по-моему, отгребсти. Во-первых, их тут слишком много, во-вторых, я потерял контроль им. Вот так, все, вроде бы все в сборе. Надо хиляться обязательно. Так, опять у нас вышел амбал здесь. Куда ты идешь, а? Ну вот куда ты идешь, а, спрашивается. Давай сделаем защиту на хилку мою. Как же мы его в тюрягу, этого бомжа. Капсулы. А здесь, по-моему, нам надо... На, нам нужна вертушка, но ее, к сожалению, пока нету. Ладно, якудза тут еще стоит, я смотрю. Ха. Притулился. Так, тихо, варюга. Варюга, ты нам здесь не нужен, если честно. Давай-ка бой, попробуем его расстрелять. А где мой стрелок? Я не вижу его. А, понятно, где-то там. Закучковался. Давай, помогай лучше вам этого... Варюгу бомбить. Не убежит. Отлично, подбили мы его.
Ну, что там, якудзы? Разбуянился, смотрите, не на шутку. Давай вот этого бомжару забьем. Да отойди ты от нее, а. Чучмек. Слушай, еще не все до сих пор. Еще будет волна. Какие-то слишком тут... Так, хилка, уйди. Успела, малой. Иди сюда, делаем провокацию на нашего зэка. А что будем делать? Давайте, наверное, вертушечку. Хорошо. Так, бой, давай вот сюда перелетаем с тобой и будем действовать так, лучом. Будем прожигать их лучом, отлично. Этого нафиг уберем. Здесь он нам не нужен. Ну что, вроде бы пока и все. Выпускаем молнию. Ну и, естественно, мой братишка тут со всеми разбирается уже. Никто ему, как говорится, мешать не будет. Минус один и минус якудза. Ага. Еще волна. Что-то тут, ребят, не то. Тут слишком дофига их. Я привык к таким коротеньким миссиям, а тут нет, смотрите. Ладно, хорошо, раз они так напросились, будем делать жестко все это дело. Никого не щадить. Так, иди отсюда, вышел он. Капсулу вызовем еще на всякий случай. Так, возьми-ка энергетик. Смотри там, вытулился, а? Давай молнию, сейчас мы его, ребят, накажем. Делаю неуязвимость заключенного. И, скорее всего, да, ребят, это конец. Блин, вот из-за того, что у него мало жизни, скорее всего, ранга S мы не получим. Сейчас посмотрим. Вот об этом я вам говорил. А, мы даже из-за времени не уложились. Лучшее время 3.41, а у нас 3.46. Буквально 5 секунд нам не хватило. Ладно, не беда, потом все это переиграется. Ну, а теперь у нас темный лес 3. И я так понимаю, что здесь нас поджидает босс. Какой, только пока не знаю. Сейчас проверим. А, тут не босс, ребята. Тут нам нужно прождать определенное количество времени. То есть выстоять. Хорошо, мы... Опа, это что за новый вид? Что за чувак? Так, подожди, это пока бесполезно делать. Ладно, будем смотреть, что это за чуваки такие. Ха. Охренеть. Маньяки. Так, хилку, что ли, мою там трогать? Точно, хилку. Так, заключенный, давай-ка. Не расслабляйся, делаем провокацию на себя. Да ё-моё, а. Так, давай вот так вот. Подальше от себя. Полное отсутствие, ребята, контроля. Полное. Так, хилимся, короче. Теперь делаем вертушку. Давай-давай-давай, бомбим. Отлично. Так, хилку уничтожаем здесь в углу. Так, сейчас пойдут у нас ниндзя, да? Нет, вот эти амбалы, скорее всего. Вот они. Кто такие, что они делают, я пока не знаю, ребята. Да это они так рьяно сиганули. Ну, заключенного, хорошо, давайте. Что они тут делают? Пока ничего такого особого в них не вижу, ребята. Так, давай-ка мы вот сюда телепортнемся и применим луч. Вот так. Так, стрелок, давай стреляй. Оу! Ты посмотри, что-то происходит, ребят. Эти чуваки после смерти превращаются в оборотней. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, а провокация что, на них не работает, что ли? Ты прикинь, они все на мою хилку бегут. Совсем припухли, я смотрю, а. Жесть какая-то, они еще при этом довольно мощные. Вот так вот. Так, пошел ты отсюда, ты мне мешаешь. Делаем неуязвимость. Так, подхиливаемся. И давайте дождь, наверное, сделаем. Из пуль. Ты смотри, что он там чудит. Нифига он там удар делает. Так, нормуль. Все пока у нас хорошо, ребят. Давайте этого добьем, оборотня. Нормуль. И у нас сейчас пойдут, видимо, амбалы. Время еще позволяет. 2.17 у нас. Ну, кто? Вы? Вот так и есть. Эти говнари на нас поперли. Мы делаем, естественно, вертушку здесь.
Потом выпускаем молнию. Так, стрелок, отойди, стрелок, оттуда, пожалуйста. Давай, град-пуль. Так, теперь бой. Уводим. Давай, вот так вот сделаем. И, пожалуй... Да тут, в принципе, ничего сложного нету. У нас только лишь скилки вражеские, которые сейчас у нас получат свое. Оу, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Чуть было заключено своего, ребята, не продинамил. Что надо так, а? Вот что значит невнимательность. Так, якудзу сносим. Обязательно сносим. И давай, наверное... А тут, в принципе, больше некого валить. Только якудзу. Так, куда ты прешь, а? На моего пацана на боя прет. Говнарь. Так, ну что, добиваем, наверное, вражескую хилку. Вот так вот. С вертушки, наверное, сейчас мы ее заколбасим. Ну, делайте вертушку, не хочешь нифига. Да, ребята, ну здесь, по-моему, все у нас отлично. Все хорошо должно быть. Сейчас посмотрим. С. Отлично. На S ранг прошли, деревянную дубинку, нормальный сундук 7. Так, ну что, здесь у нас две миссии и босс. Ну, это мы уже, наверное, пожалуй, будем, ребята, с вами делать в следующей серии. Так что, а пока давайте-ка мы сделаем с вами ежедневочку. Заходим. Лжечная игра, погнали. Так, хорошо. Ага, блин, ненавижу ее. Будет, наверное, жестко. Так, у кого? У боя свистнул пушку. Блин, да чтоб тебя, а. И у моего узника. Сейчас, как всегда, проклятие какое-нибудь. Ну, конечно, отравление. Так, ладно, приступаем, ребята, к этому делу, к разбору. Так, Хилка, ты что-то туда прям в гущу влезла? Зачем, спрашивается? Я этого не понимаю. Пошел расстрел. Да она ватная, ребят. Она ватная здесь. Так, отойди, бочка сейчас будет падать. Блин, делаем неуязвимость. Кого-то вызывать собираешься или нет? Да, вызывать будет сейчас. Кого? Кто у нас тут выйдет? Ага, боксер и стрелок. Ладно. Блин, оглушили. Ну-ка иди сюда, гнида. Не трогай мою хилку. Все, что ли? Так быстро. Возьмем пушку. Ну, где ты там? Выходи, стерва. Сидит там, притулилась. Ну и что ты там? Расселась. Я жду. Что за фигня, ребята? Ага. Среагировал. Надо было на нее тыкнуть. Так, выпускаем молнию. Что это за... Ну-ка, давай-ка посмотрим. Блин, ты посмотри, а. Она призвала этого старого пердуна. Ладно, пердуна мы этого сейчас быстренько завалим. Давай, к свертушечке сейчас мы его хорошенько. Блин, не получилось. Что вот это, блин, интересно. Не пойму маленько. Так, надо стрелка уничтожать, потому что он в мою хилку бомбит. Так, где ты достал на самом деле уже буянить? Напрягаешь, если честно. Так, ну что, боксер готов. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Давай-ка мы с тобой детка этого накажем маленько. Так, она куда бежит? Я не знаю, куда она бежит, но она бежит куда-то в направлении моей хилочки. Так, бой. Выпускай молнии. Так, выпусти капсулы свои. Уберем этого боксера уже, блин. Не боксера, а как раз моего узника из замка Ив. Расстрел. А, все, тут уже и стрелять не в кого. В общем, ребята, так вот быстренько и без шума мы прошли. И тем более на ранг С. Отлично. 184 доллара. Вообще, сколько у нас бакинских, а? 4746. Это хорошо. Это нужно мне, ребята, что-то приобрести в плане талантов. Я хотел на вампире... А, нет, вру, не на вампире. Я хотел выучить на своей магичке. Один талант. Давай, не топыря этого выучим.
Так, а, нет, не хватит. Сколько она? 3600. Ладно, фиг с ним. В следующий раз обязательно выучим. А здесь у нас что? Уменьшает перезарядку. 1800. А это увеличивает жизни, да? Или атаку. Неважно. Главное, что увеличивает. Хорошо, сделаем вот это вот. Ну что же, нормально. Вот, блин, мне бы костюмчик для нее найти. И, в принципе, можно брать ее с собой на войну. На нашу враждебную такую бандитскую. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи вам.